Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера. В ходе беседы Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокое удовлетворение тем, что обмен пленными между Россией и Украиной, над которым они работали в течение длительного времени, успешно завершен. Заявив, что соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море работает, президент Эрдоган сказал, что аналогичный подход может быть продемонстрирован в контексте Запорожской атомной электростанции и что предложение о необходимом посредничестве и содействии в создании демилитаризованной зоны вокруг станции является действительным, отметили в канцелярии турецкого президента. Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что односторонние референдумы на подконтрольных российской стороне территориях Украины осложняют усилия по активизации дипломатического процесса.